Всем привет! Привет всем! Катя сегодня уезжает. Да, все, 3 денечка пролетели очень быстро. Как вы думаете, в последний день куда она пошла? В Радугу вышивки! А что ты там еще забыла? Я там решила полмагазинчика скупить. Ты, наверное, ночью спала, когда и представляла. Да, я ночью спала и перечисляла. Так, вот это мне нужно. Но на самом деле, я вам расскажу по секрету. Меня муж туда потащил. Да, серьезно? Да, он такой, мы туда заходим. Он меня так это в магазин зашли, он меня такой за руку берет, подводит к стенду и говорит: слушай, а ты вчера вот это видела? Я говорю: видела. А почему не взяла? Я говорю: ну, я не знаю, нужно мне это или нет. Он говорит: нужно. И берет такую и несет Коле на кассу. Здорово. Так что муж в теме. Да. Пришлось. Вообще, о всех наших похождениях вы можете посмотреть на канале «Жили-были». Да. А на этом канале покажем исключительно покупки. Вышивальные покупочки, да, рукодельные. Покупки и подарки, да. Да. Приступим к просмотру. Так, что ты купила? Я купила канвушку от МП-студии. Такая вот осенняя. Еще купила вот такой магнитик для на ткань, да, для иголочек. Такой прикольный. Он необычный такой, матовый какой-то. Я таких ни разу не видела. Оля много таких, кстати. Вот такую канвушку купила. Разноцветную. Такую вот морская тематика такая с этими пузырёчками. Так, и наборчики. Наборчики у тебя ещё? Да. Вот такие влюбленные коты. Ну, я это просто... что за фирма? Это РТО. А, вот вижу. Ага. РТО, да, артикул C138. Угу. Вот, ну, я просто кошатница, особенно рыжая кошатница. Это фирма Овен 701. Вот. Вот такой вот. Это «Папин день» называется. Тоже фирма РТО. Такой прикольный. Папа прикольный. Да, я вот этот... Вот этого папу я хотела вышить вот на такой этой. Ну, вот на такой этой, цветастой. Мне кажется, должно прикольно получиться. Вот такие фиалки от «Жар птицы». М-121. А у них ниточки яркие, вот превьюшка, она бледная, а нитки очень яркие, я поэтому и взяла. А ты видела отшив на формуле? Нет, отшива не видела. Ёжик такой вот, М129 ёжик, и я хочу вышить вот на вот этой вот такой осенней тканюшке. Мне кажется, прикольно должно получиться. Вот, и вот такую пасхальную жар-птицу я взяла. Ой, вот это классно. Да, я не устояла, потому что мне очень нравится яичко. А это магнитики? Это магнитики, да. Там магниты есть в комплекте? Честно, да, магниты есть в комплекте, да. Вот я тоже на него смотрела, вот на этот пасхальный. Мне он очень... Я на него вчера еще смотрела, но что-то как-то была, ну, еще не уверена. А сейчас уже была уверена. К Пасхе надо такое вышить. Ну да, классно. R407. Прикольный такой. Да, хороший. Так, а вчерашние, да, покупки мы не показали? Вчерашние там в магазине мы снимали, но подробно не помню, показали. Нет, подробно не показывали. Ну, давай. Показать? Давай, покажи, да. А я еще поближе покажу. У меня на «Жили-были» есть видео, когда Катя приехала и подарки вручала. Ну, многие не подписаны на тот канал. Тот блогерский канал, не о рукоделии. Но я подарки сразу не стала сортировать, что куда. Ну да. Да, там выложила. Ну вот подробнее покажу. Это от «Волшебной страны». И это кармашки. Кармашки, да, от «Жар птицы». Угу. На водорастворимой конве они. Кармашки. Угу. У меня нет ни одного наборчика вот такие с кармашками. И на водорастворимой конве нет. Ну, я не вышивала до этого. На своих вещах не вышивала, а маленьких детей не было у нас. Но поскольку сейчас Василиса, и для нее нужно что-то вышить. Я вот даже не знаю, испорчу я или не испорчу. Я даже думала, в секонд-хенде столько много джинсовых курточек и джинсиков. Угу. Их не жалко портить. Их не жалко портить. Да, на них учиться можно. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, там не с чем портить. Да? Там все элементарно. Ты просто вот там кусочек канвы идет такой, ну, как пластиковая, да, такой он, ну, квадратненький, так скажем. Ты его
наметочным швом так пришиваешь на ту область, да, допустим, вот если это джинсовочка, на спину, допустим, можно, да. Все, и сидишь, вышиваешь обычно крестики. Я вот на рубашке себе вышивала кармашек. Я прям вот этот в пяльце запялила, такие небольшие, вот тот фрагмент, где вышивала. И отлично, сидишь, вышиваешь, там портить вообще нечего. Очень легко делается. Я тебе просто сейчас пока так кажется. Угу, здорово. А это Тимур выбрал мне на День влюбленных. Вернее, вот это я выбрала сама, но он только оплатил. А вот этот полотенчик, это уже он мне там в комплект. Видите, это вышивка, кухонный полотенчик. У нас проблема. Да, но с вышивкой. С вышивкой. У нас с полотенчиками проблема. Мы не умеем аккуратно ими пользоваться. И вот такие нам нужны для гостей. Для гостей. Кать, ты в следующий раз приедешь. И вы их как раз откроете, да? Да. В этот раз я открыла, которые мне Света подарила. Которые Света, да, голубенькие, такие красивые. Да. А в следующий раз Инесса откроет вот эти. Будет до следующего приезда лежать. Да, да, да. И вот еще, поскольку я помешанная на цветочках. Да, вот этот очень нежный набор, красивый очень. Оля, я увидела эти кармашки. Кстати, Катя, если бы вы мне не подарили, я бы не обратила внимания. Вчера, Потому, да, на кармашки. А это, тут я начала их разглядывать и увидела еще цветы. Но это моя тема. Ну да. Да, такая. Вот. И вот я еще прикупила цветочки. У меня теперь три наборчика. А вот этот вот вообще очень нежно будет на джинсе смотреться. Вот этот, да. Да, вот я очень обалденно люблю, когда маки, да, вот красные на да, джинсе. Да, да, да. Очень будет здорово. Вот. Ну, а эти наборчики я давно присматривала, и все думала, нужны они мне, не нужны, купить, не купить. Кать, ну ты когда свою коллекцию наборов мне показала, фотку скинула? Ага, да-да-да. А у тебя там были У меня такие... такой же, да. Ну, раз у тебя есть, мне же тоже надо. Конечно, конечно. А, поэтому а ты думаешь, я когда твою коллекцию смотрела, я себе половину твоих коллекций захомячила потом? Ты-то хоть два купила, а я половину твоей коллекции. А там еще два мальчика, да, у Кати? Да. Кать, у тебя пират? У меня пират, да, и там еще такой этот, замотанный в шарф, я не знаю, как его назвать. Но я почему-то равнодушна к мальчикам, мне почему-то захотелось только девочек. Но я еще и мальчиков закупила. Потому что вот здесь нужно вышивать цветочки, да? Да, и тут ягодки. А здесь такие красивые осенние листья и вот эти бусины. Угу. В общем, все вот эти игрушки на пластиковой канве я планирую вышивать на елку, поэтому я не покупаю крупные. Сейчас вот у новинки есть крупные, 17 сантиметров, да, на подставке, да. Мне некуда их ставить. Я хочу как елочные игрушки, поэтому покупаю вот такие небольшие игрушечки, которые можно подвешивать, чтобы они хранились у меня потом в коробочке. Мне некуда все это расставлять. Вот, и я для себя вот такой вариант выбрала. А, это ты вчера еще, да? Да, это еще мои вчерашние покупки. Вот они, подставочки. Подставки, это да, вот как раз о тех игрушках крупных, высоких, о которых мы говорили. А ты купила уже из этой новой серии что-то? Нет, из новой серии нет. Я вот тех совят хочу поставить на эти подставки. Угу. Смотри, положил голову. Ага, ага. Так, вот эти вот подставочки, да, они тоже от МП-студии идут, вот, но их выпустили, вот эти подставки, вот для новой серии, для больших игрушек, там вот, которые по 17, они сантиметров, но мне почему-то кажется, что вот эти совята, они тоже хорошо сюда встанут, будут хорошо смотреться, потому что я их хочу сделать именно как такие статуэточки. А я думала, ты купила там из сказок, мне вот нравится щука, где по щучьему по велению. По щучьему велению, да, да, с Емелей, да, да, мне с Емелей тоже нравится. Но уже понятно, что никуда ставить я его не буду, и вешать мне его некуда, поэтому пока я... Ну, я тоже пока в раздумье, да, в раздумье. Одно... Вот, этих я под совят купила, чтобы совят сделать. Вот, вчера я еще тоже такую канву купила, я что-то... Мне очень нравится канва от МП-студия, это принтованная, она такая классная, красивая, яркая. А вот это новинка, у них раньше не было такой, этим, с лапками. Вот, и кармашек вот такой тоже я себе купила, игуану. Ну, мне просто нравятся такие млекопитающие, поэтому я себе игуану купила. Что-то я к таким страшилкам пока равнодушна. Ты равнодушна, да? Да. Нет, я не обидела? Нет, не обидела. Его страшилка? Нет, нет, а я тоже считаю его страшилкой, если честно, но мне нравится. Просто зрители не все наш юмор понимают. Ну да. Мы на своем языке общаемся. Мы на свой язык, да.
Вот. И вот такой подарочек мне Инесса сделала. Снегирёчек. Я так давно на него смотрела. Вот. Но что-то, ну, как, не знаю, не решалась все купить. А тут Инесса говорит: слушай, а я тебе вот такой хотела в подарок купить. Я говорю: да ты что, это моя мечта. И она мне его сразу взяла на 8 марта. Я другой купила сначала подарок. Ну да. Да, я хотела еще вот этот, думаю, вроде у тебя какие-то снегири были. Ну да, но у меня другие. На самом деле, я его себе присматривала. Вот а, этот. Даже да. Так? А потом ты говоришь: ой, мне он тоже так нравится. Да, думаю, да, нравится, мне давно бери. Нравится. У меня же много. Забирай. Ну да, забирай. Пока я его себе, да, не захомячила. Пока я добрая, пока забираю. Я добрая, да. Вот. Вот, вот такие у нас покупочки совершились рукодельные. Да, ну, еще можете посмотреть на «Жили-были», если вам интересно. Ну, ты тоже потом на своем канале, да, все равно будешь тоже, еще показывать. Да, я тоже покажу, сделаю видео, да, да, конечно. А здесь у нас еще много пакетов. Здесь у нас много, но там подарки, их нельзя показывать. Да, их нельзя показывать. А, кстати, можно показать... полотенцем? Нет, 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 эту Мурану, Мурану в крапинку, вот эту новую. Вот голубая вот эта Мурана. Это Катя хотела, и мы в магазине взяли с крапинками. Но в магазине лучше было освещение. Да, вот она. Это у нас отрез получается 50 на 70. Угу. 32-й каунт получается. Угу. Ну, соответствует, да, 32-му. Там еще разные есть. Да. В предыдущем видео о магазине там подробнее. Ну, уже не актуально, Кать. Да? Если бы ты приехала раньше. А, я хотела тебе вот это еще на Новый год. Да? Ну, я ж черепашка. Я пока доехала. У меня вот такая есть открыточка от фирмы Алиса. Это новинки от Алисы. И мне так нравится этот совёнок. Но уже после Нового года я купила, и когда Катя отправляла посылку, я его не положила. Но я сейчас его тебе тоже ой, дарю. Ой, спасибо. Слушай, прям смотри, новогодний. Новогодний, да. Новогодний. С Новым годом. Спасибо. Новогодний снегирь и новогодний совёнок. Да. А я сов вообще люблю и коллекционирую. Так что ты вообще попадание 100% в десяточку. Ну, видишь, как у нас все хорошо. Приедешь летом, я тебя с 8 марта поздравлю. Хорошо. Слушай, как у нас хорошо получается. Вообще все вовремя. Приехала в феврале, поздравили с Новым годом. Приеду летом с 8 марта. Да, у нас все вовремя. Ага. Классно, слушай. Вот это мы приготовили подарки девчонкам. Угу. Это Катя повезет. Не зря Катя взяла с собой огромный чемодан, огромный. Когда сюда. Да, да, да. Девочки, я отсюда увожу больше, чем сюда привезла. Ну, я же тоже девчонкам должна передать подарки. Самое смешное было, когда мы пришли к Оле, а Оля говорит: мне клиенты говорят, придет Катя, передайте ей покупки. Девчонки, я оставлю под видео ссылку на Олин магазин. У нее не только в Оренбурге магазин, у нее интернет-магазин. Интернет-магазины можно заказать, да. Да, у нее доставка по России есть, в другие страны это с ней согласовывайте отдельно. И доставка очень быстро. Я у Оли заказывала через интернет-магазин нарезку ниточек. Дошла за 3 дня доставка. Так что там ждать-то почти и не надо. На самом деле, когда мы снимали видео с Катей первое и пошутили, что экспресс-доставка Оренбург-Москва, это была шутка. Да-да-да. Причем девушка-то написала Оле то, что вы передайте Кате, она захватит. А я эту девушку даже не знаю. Она мне в личку ничего не написала. Мы с ней не знакомы ни лично, ни вот, ну, ни как через соцсети, да, там хотя бы переписываться. Я даже не знаю ее. Как я ей смогла бы передать? Ну, зрители дословно восприняли экспресс-доставку. Вот, вот эти вот посылки, подарки, которые мы туда-сюда возим, это девочкам, с которыми мы дружим, мы в личку общаемся. Да, с которыми мы уже лично знакомы, да, и вот мы друг другу перевозим подарки. Катя, может быть, и смогла бы вам передать? Ну, посмотрите, сколько она потащит. Вот мой чемодан. Смотрите, как он большой. А подарки мы еще не упаковали. Подарки мы еще не упаковали, нет. Вот, ну и плюс рюкзак мужа. Ну, да, вот. И все. Поэтому, как вы себе представляете, на всю Москву подарков набрать? Покупок, да? Да, 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 подарков, покупок. Надо будет... Марин, точно нужно было у пчелок чемодан заказывать этот деревянный, помнишь?
А я помню, когда Марина написала в чат Оксане, да? Да, в чат у Оксаны с пчелками был перед формулой. Они там сумочки анонсировали, такие деревянные с вышивкой. А Марина такая говорит: а у вас чемоданы есть, это нам понадобится. Оксана подумала, что это шутка. Но это была не шутка. Не, там они, ну, как стёб, да, может быть, восприняли? Ну да, они, может, восприняли как стёб, да, как шутку. А на самом деле Кате нужен был чемодан. Да, но мы спрашивали серьезно. Представляете, рукодельница путешествует с рукодельным чемоданом. Это же вообще красота. Перелетные черепахи, они такие. Ну, видишь, не все понимают наш юмор. Ну, ладно. Да, извините уж. У нас такой специфический юмор. Ну ладно, Катя будет собираться. Сейчас будем паковать. Сейчас так, будем, слушай, главное не перепутать, что у меня остается. А я все же беру, если что, потом летом потом привезу. Вышлешь мне почту. Да, лет подождешь. Ну ладно. В общем, ладно. Так, главное, платок еще не забудь передать. Да, платок, да. Для Ани Кошуховой, да? Да, для Ани платок. Ну все, будем собираться. Да, будем собираться, паковать чемоданы. Так классно провели время. Если интересно, подписывайтесь на канал «Жили-были». Да, там она все подробненько снимала. Очень здорово. В Оренбурге очень здорово. Всем сюда нужно приехать. Ты сказанула, я уже представила, сейчас все зрители ко мне приедут. Нет, ну, девочки, ну просто тут мне так понравилось. Я просто напрашиваюсь еще раз в гости. Ну, я с удовольствием, да, просто делаю ремарочку, что мы с Катей дружим, поэтому да. Вот у нас с Катей такое тесное общение. Ну да. А то, знаешь, так дословно сейчас да, все, а то все приезжайте дословно, в гости. Да, как этот экспресс-доставку. Да, да. Воспримут, нет, дословно не надо воспринимать. Мне разместить негде будет столько гостей. Ну да. Ну ладно, шутки шутками, но надо собираться, надо собираться в дорогу. Да. Так, пойдем пить чай и паковать чемоданы. Да. Всем пока. Пока-пока. Пока.